В GTA San Andreas есть аэропорты, и именно в аэропорту Лос-Сантоса мы можем, не выходя из игры, отправиться в Вайс-Сити. Подбегаем на кассу и выбираем авиабилет. Стоимость билета 100 тысяч, покупаем. Пока ожидаем рейс, можно обменять валюту на Вайс-Сити доллары. Денег у меня особо нет, поэтому спасает промокод. Обмениваю 665 тысяч на 5 КВС и отправляюсь в зону вылета. Кладу свой багаж на проверку. Забегаю в Duty Free, закупаюсь и иду на посадку. Идет быстрое подключение, и вуаля, мы в солнечном Майами. Самое крутое — это то, что мы можем все что угодно купить в Вайс-Сити и привезти это в Сан-Андреас. Например, какие-то машины или же разные скины, такие как Лэнс Вэнс, Кена, Томми. Или можно вообще остаться тут жить, купить себе крутой дом и устроиться работать, например, спасателем Малибу.